Привет всех с продолжающимися праздниками, и вот вам новостей, новостей и видосов для уже полного насыщения. Карлос Тевес лишен водительских прав за превышение скорости в тоннеле, который соединяет Францию и Италию. Разрешенная скорость движения в тоннеле 70 км в час, а вот сколько ехал Тевес, не сообщается. Вот так вот, оказывается, и футболистов могут лишить прав. Это, слава богу, Ещенко повезло, он-то всего лишь ехал 170, возможно, в нетрезвом состоянии, да и не в тоннеле это было. И вы можете бесконечно возмущаться беззаконию, но какой в этом толк, если вы живете в России? Кстати, многие на меня вчера ворчали, что я все 90 секунд много-много чего хорошего говорил про Месси. Но я забыл упомянуть еще одну историю. Дело в том, что когда Месси превышает скорость, то это происходит никогда, потому что он не достает до педалей. Шутка про маленький рост. Ладно, не ругайтесь, я знаю, что Месси может водить машину. Ему Хави с Иньестой помогают жать на педали. Еще одна шутка про маленький рост. Ну а что, каждый выкручивается как может. Американцы на разработку этой системы потратили $1 миллиард. У меня ушла там бутылка водки и бессонная ночь. Коль заговорили о Месси, давайте поговорим еще об одном раздражителе Криштиану Роналду – Ирине Шейк. Ее заметили в компании актера Брэдли Купера. А Шейк, получается, последовательно, она только актеров себе в спутнике выбирает. Если раньше о мужике Шейк были только постоянные слухи, то теперь есть прям фотодоказательства. И наконец-то скажу я вам. Потому что, судя по слухам, Шейк сменила с момента расставания больше мужиков, чем забил Роналду. Сразу видно – свободная женщина. Короче, мы все желаем Роналду найти хорошую девушку, а Ирине потолстеть и съесть Брэдли Купера. И себя заодно. И коль мы футбольная передача, ну, по крайней мере, стараемся ею быть, то нужно упомянуть, сколько Брэдли уже успел забить голов в ворота Ирины. Но он американец, и у них там тачдауны. Главный тренер Ньюкасла Джон Карвер считает себя лучшим тренером английской премьер-лиги. Напомню, что при Карвере команда потерпела 8 поражений подряд. Ого-го-го, дамы и господа, кажется, на наших глазах сейчас зарождается английский вышивец. Та-да-да-да. Может быть, он имел в виду, что он Special One, только наоборот, ну, с конца, так сказать. Вот так вот бывает, что не замечают великих и гениальных людей. А кажется, что удача была так близка. На сегодня это все. С вами был Артем Нечаев. Любить футбол, смотреть футбол, любить футбол.